Фрагмент «Голова алибарщика» – работа, более или менее уверенно приписываемая Иеронима Босху, либо одному из его последователей, выставлена в музее Прадо в Мадриде. Очевидно, этот небольшой фрагмент 13 на 5 см был когда-то частью более крупной панели. По мнению большинства исследователей, работа достаточно хорошего качества и напоминает одного из персонажей известного полотна «Корабль дураков». Если это была какая-то альтернативная версия упомянутой картины, до наших дней дошедшая, то она появилась примерно около 1450-1516 года, хотя многие исследователи называют другие сроки – 1550-1599. В последнем случае, если такое верно, то это уже точно не Босх. Возможно, это как раз фрагмент оригинальной картины Босха, с которой его неизвестный последователь сделал одну из многочисленных копий, из которых наиболее известна та, что находится в Королевском музее изящных искусств в Антверпене. Называется «Увенчание Христа терновым венцом» и была сделана около 1520-1530 годов.